Озвучил МакКелрей при поддержке группы Vine Video. Реакция стариков на музыкальные клипы. В этом выпуске Eminem. Это Eminem? Это Eminem? Или как там его? Мне нужны субтитры. Так быстро, что еле успеваешь понимать. Он действительно потрясающий. О, боже. Рэп. Никогда это не понимал. Вау. Вау. Как он сказал? Потрясающе. Это должно быть очень тяжело. Сколько слов он только что произнес за 30 секунд? Вы знаете, что это? Да, конечно. Люблю его. Slim Shady. Люблю эту песню. О, боже. Ух ты. Он тут делает социальное заявление или... Что это вообще? Стэн немножко выходит из-под контроля. Жизнеутверждающе. Да это же ты, так и есть. Ему бы полечиться. Блевотина из мамашиных спагетти. Это из фильма. Едва знает свою дочь. Что ж, это что-то да значит. Почему так много молодых озлобленных рэперов? Тут есть ритм, но это не музыка. Вау! Ну то есть этот парень реально, блин, талантливый. Действительно рэпер. Eminem? Да. Бабуля одобряет. Время вопросов. Итак, вы знаете, кто это? Нет. Нет, я не знаю, что это за рэпер. Я думаю, это Eminem. Eminem. Мой земляк Eminem. Eminem. Slim Shady. Slim Shady. Он гений. Обожаю его. Это рэпер по имени Eminem. Eminem? Слыхал? А, Eminem. Конечно, да, знаю, кто это такой. Почему он так себя называет? Я понятия не имею. Это его рэп-имя. Откуда вы о нем знаете? Я из Детройта. Потому что был фильм «Восьмая миля». Он был повсюду. MTV пропихнул его. Я, может быть, и старый, но я еще не до конца не в теме пока еще. Как бы вы описали его музыку, основываясь на тех песнях? Я бы не назвал это музыкой. Я не знаю, я слушал музыку. Ну, скорее всего, это рэп, я бы так сказал. Мрачновато. Мне нравятся его биты. Хотелось бы, чтобы он, конечно, так не матерился, ведь детям тоже нравится. Это не расслабляющая музыка. Это не так, что «О, я послушаю музыку и расслаблюсь под нее». А скорее «Мне сейчас набьют морду». Вот какие ощущения у меня от рэпа. «Мне сейчас врежут по морде». Мне не нравится такой язык, но то, как он... Я считаю, что он использует язык таким образом, что... Как будто он современный Боб Дилан. Это исходит из глубин его сердца и души. Вам понравились песни? Нет. Я просто не очень люблю рэп. Он читает так быстро, что...
Очень трудно уследить, о чем он поет. Мне показалось, что все здесь о страданиях, проблемах, ненависти. Вторая была такой серьезной, и мне понравилось. Мне не нравится. Я бы так сказал про каждую из них, но некоторые реально остроумны. Он талантливый. Его тексты также очень спорные. Много ругани. Но его также называют гомофобом и сторонником насилия. Считаете ли вы, что его тексты — это причина не любить Эминема как артиста? Да, да. Надо вычищать текст, потому что маленькие дети слушают это. И они впитывают все, что слушают. Я могу понять родителей подростков, так как некоторые из этих текстов очень оскорбительные. Очень. Я думаю, что в музыкальном бизнесе и в любой сфере развлечений все прокатывает. Музыка и искусство, литература и живопись — все это делали, это часть искусства. И он свободен выражать себя таким образом. Мне сразу вспоминаются 50-е, когда Элвиса запрещали. Когда рок-н-ролл только начинался, люди разбивали пластинки и кричали, что это ужасно. И чем больше мы это делаем, тем больше мы хотим это слушать. Первый большой альбом Эминема вышел в далеком 99-м году. И некоторые считают его лучшим рэпером всех времен. Интересно знать, кто эти некоторые. Вас удивляет то, что его считают лучшим? Ну, это очень хороший рэп. Из того рэпа, что я слышал. Для меня он не лучший, но он, пожалуй, один из лучших. Я не силен в рэпе, но я знаю Эминема. Нет, совсем не удивляет. Я тоже так думаю. Всегда были композиторы, которых считали лучшими из существующих. Особенно во времена Тин Пен Элли. Ничто не стоит на месте, особенно в музыке. Некоторых удивляет и даже злит тот факт, что его считают лучшим, потому что он белый. Что вы об этом думаете? Я думаю, музыка не знает ограничений. Для меня не должно быть так, что это музыка для черных людей. Или это музыка для южных корейцев. Все уже не так, как когда я была моложе. Я не лезу в противостояние белых и черных. Но он шикарный артист. Точка. Он такой аутентичный, что пересекает цветной барьер. Вот на что вы смотрите. Вы не смотрите на то, черный он или белый. Вы смотрите на его искусство. Истина. Какие люди, по-вашему, слушают рэп? У меня могут быть проблемы, но я думаю, что тупые. Я не уверен. Может, вы, ребята? Молодые ребятишки. Точно моложе меня, но все моложе меня. Молодое поколение. И люди чуть постарше. Это доступно для всех теперь. Вы бы удивились, кто слушает. У нас есть сосед, который довольно консервативный. А еще он гей, и у него умер молодой человек. И то, что помогает ему чувствовать себя лучше, это рэп. Кто бы мог подумать, что белый гомосексуальный мужчина найдет вдохновение после смерти своего парня в рэп-музыке. Но он находит. Вы знаете других рэперов? Нет. Нет, никого. Доктор Дре подходит? Есть такой Ice Cube или типа того. Тупак. Бигги Смоулс. Джей-Зи. Квин Латифа. Они, возможно, одни из лучших рэперов. Джастин Тимберлейк. Ice-T и Run DMC. Кулио. Снуп. О, мне нравится Снуп. Итак, когда вы были моложе, была новая музыка, и старое поколение даже не считало это музыкой, а теперь вы постарели, и появилась музыка, которую вы не считаете музыкой. Почему так вообще происходит? Потому что все меняется. Я думаю, что рэп — это что-то совершенно иное, и это совершенно точно не музыка. В то время как прочее было просто музыкой другого типа. И вот когда вы говорите: «О, я знаю, я старею, потому что мне не нравится музыка». Это удивительно. Я даже и не думал, что когда Элвис пришел на сцену, а затем Битлз пришли, и я думал такой: «Мы все отправимся в ад очень быстро! Эти дети, они сумасшедшие!» В ранние дни рок-н-ролла было то, что называлось хорошей музыкой, и то, что называлось рок-н-роллом. И те, кто слушали хорошую музыку, сказали: «Этот рок-н-ролл скоро уйдет». И какое-то время назад я услышал такую вещь: «Этот рэп скоро уйдет». И я сказал: «Осторожней, приятель. Он может пробыть здесь дольше, чем ты». И теперь, когда вы знаете больше об Эминеме и о рэп-музыке, вы будете ее слушать? Нет, но я, может быть, съем несколько M&M'сов. Нет, нет. Конечно, мне нравится Эминем. Ну и кто-нибудь еще с интересным голосом, если получится. Только если буду в молодой компании. Только чтобы сказать, что я клевый. А это не так.